По словам Кузнецова, атака была выполнена с помощью устройств интернета вещей. Атака была отражена, и последствий у нее не было. Тем не менее, представитель Сбербанка считает, что в 2020 году DDoS-атаки станут проблемой для компаний по всему миру. По словам Кузнецова, в прошлом году число хакерских атак на Сбербанк выросло на 15-20% в сутки. Банк фиксирует 280-300 попыток атак на его системы, мы их все выявляем и блокируем. Помимо этого, стоит отметить, что массовые вредоносные рассылки все еще популярны, около 50% писем. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру, ссылка на новость доступна в тексте под видео.